Мероприятие в торгово-промышленной палате – это не просто демонстрация недобросовестных производителей. В первую очередь это обучающий семинар. Организаторы обещают рассказать бизнесменам о всех нюансах закона об интеллектуальной собственности. Компетентные организации готовы предоставить методы проверки товара и помочь официальным дистрибьюторам в решении накопившихся вопросов. Самое главное – остановить продажу фальсификата. А для этого надо дать потребителям достаточную информацию о товаре. И нужно поддержать добросовестных импортеров, чтобы они не теряли свою прибыль из-за конкуренции подделок, чтобы настоящие брендовые изделия доходили до потребителя. По данным исследования международных организаций, большая часть фальсификата изготавливается на азиатском континенте. В Монголию в больших количествах поступают товары широкого потребления и автомобильные запчасти. Специалисты говорят, большинство изделий не соответствует ГОСТам и требованиям безопасности. Нужно положить конец незаконному обороту продукции, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности. Это наша приоритетная задача. Фальсифицированные лекарства, товары повседневного спроса, запчасти представляют угрозу нашей жизни. В этом году на выставке фальсификатов вновь продукты питания, косметика, бытовая химия, а также средства по уходу за обувью, запасные части и даже учебники. Все экспонаты с обычных столичных рынков. Мы организуем семинары для потребителей и бизнесменов, учим отличать фальсификат от настоящего товара. Плюс к этому теперь у нас действует горячая линия. Позвонив по номеру 1284, можно сообщить о местах продажи фальсификата и обратиться с претензией. Мы проведем проверку и примем соответствующие санкции. Если раньше дешевые подделки изготавливались где-нибудь в подвале, в укромных уголках в незначительных количествах, то сейчас это целая индустрия с заводами, так говорят специалисты. Таможенники подчеркивают, что работа с контрафактной продукцией является заботой не только их управления, но и всех госучреждений. Дэнсма Атганбат, Аист, Монголия.